Юпс. Привет, братишка. Привет, сестренка. Это я, Петручу на Байченском, как говорится, без Байченского, где мы продолжаем наше с тобой приключение, как говорится, в скаме. Ребята, Петя продолжает выживание на хардкор-сервере, без карты, с самыми сложными зомбями, с ордами. Значит, продолжаем наше выживание. Значит, братишка, ты ставишь лайки, хочешь еще скама на канале, мы скам продолжаем, естественно. Но сейчас мы с тобой пролутаем территорию, пролутаем ситуацию, посмотрим, как у нас что. Вот, и будем играть более аккуратно. Я почитал твои комментарии, значит, многие ребята говорят: Шим, так надо играть аккуратнее, это же... Опа, пинбоксы. Пинбоксы — это хорошо, вот это мусор мы выкинем. Посмотрим, что мы сейчас с тобой здесь залутаем. Мы с тобой находимся на территории Эбеней, как говорится, да? И я понятия не имею, куда бежать дальше, но сейчас мы будем с тобой ориентир держать. Нам нужно найти еды, воды, рюкзаки, одежду и все прочее. На самом деле, выживание на хардкоре — это очень весело. То есть это интереснее, чем на обычном сервере. Здесь смерть — это большая часть игрового процесса, потому что выжить здесь крайне сложно, если бегать и носиться, как говорится, и принимать бой с каждым зомби. Соснать? Соснуть? Слушай, я соснул бы. Давай соснем с тобой, братишка. Сосаем леденец, не? А че мы не можем сосать леденец, я не понял. А в чем проблема твоя? Петя, Петя, сосни леденец! Я что, должен их как-то распаковывать еще? А, это что, распаковывательная банка? Блин, у меня магазин... Ладно, оставим леденец. Леденец не сосну тогда сегодня. Рассказывай, сосешь ты или нет? Леденцы. Любишь, тебе нравится? Увлекаешься вообще, нет? Петя вот у меня, видишь, не может. Значит, Петя не создан для этого. Петя не создан сосать леденцы, получается. Значит, нам это не нужно. Значит, сейчас пролутываемся, побежим дальше, смотреть локации, смотреть территории и так далее. Мне кажется, что нам нужно выходить в крафтинге, поэтому сегодня мы с тобой будем крафтить Пете снаряжение, играть более аккуратно, более гармонично, как говорится, через крафты и все прочее, потому что полутать у нас много чего не получится, лута не так много. Но в том-то и хардкор выживания, да, что лута немного, но если ты находишь вот магазин с патронами, да, это интересно, это круто, потому что... Такого ты нигде больше не найдешь, как говорится, да? То есть, как бы... Точнее, вероятность найти что-то хорошее очень маленькая. И это интереснее играть становится, потому что у тебя не все есть. Когда ты играешь на хардкор-сервере, вот мне ребята предлагают: Шим, поиграй на сервере X5 на хардкоре. Я им говорю: ребята, вы что, пизданулись? Но я им так не говорю, конечно, но про себя думаю. Думаю: ребята, вы пизданулись, что ли? Если я буду играть на сервере X5, какой прикол выживания на хардкоре? Ну, то есть, как бы, у нас отменяются сразу все позиционные моменты, которые у нас имеются, соответственно, с Петькой. То есть, как бы, мы хардкорные выживальщики, понимаешь? Ты видишь, у меня волосы взъерошенные, блядь. Я создан для того, чтобы хардкорить. То есть, это Петя хардкор. Зови Петю Петя хардкор. Так меня в детстве называли, как говорится, блядь. Петя хардкор, он создан для хардкора, понимаешь? То есть, если у него все лежит, везде лежит лут, нахуя Петя тогда на хардкоре? Он нахуй не нужен такой. Не, ну что, я ошибаюсь, что ли? Нет, я не могу ошибаться, как бы я прав. Пинбоксы, блядь, я бы хотел сохранить, братишка. Мне нужен рюкзак. Значит, что мы сейчас делаем? Вот так вот в наглую на дорогу выкладываем пинбоксы. А вот здесь мы делаем с тобой... Веревка нам нужна, да? Ищем. Веревка. О, она так не ищется, подожди. Подожди, а почему она так не ищется? Веревка из коры, смотрим. Нам нужно короткой деревянной палки. У нас их две, нам нужно 4. Мы длинную деревянную палку с тобой, длинную, разделить на короткие палки. Разделяем. Там зомби, кстати, ходит где-то. Ой, листва колышется, смотри. Кажется, листва колышется, в жопку поддувает. А я, Петя, на байке. Петя охуевает. И в чем проблема? Мы же можем чем угодно сделать веревку, не? Что они изменили? Нам нужно 4 коротких палки, она у нас есть. И что нам теперь нужно? Нам, мы не можем это с ножом сделать? Можем с ножом сделать. Петя с ножом стоит. 5 коротких палок? Ёбаный пиздец. Давай, Петька. Давай, Петька, будем нести сейчас 5-ю короткую палку, видимо. Нужно 5 коротких палок. И, видимо, в руку, да? Ой, блядь, без рюкзака, конечно, сейчас вообще... Надо любой рюкзачок сделать. Часть игрового процессу, как говорится, да? Ебануть рюкзачок для Петьки. Короткую... Не, нормально. Делаем вот так. Значит. Далее. Складываем сюда. Далее. Создаем веревочку. Все, мы по красоте сделали. Мы по красоте сделали. Дальше мы выходим уже с тобой в рюкзаченский, который нам очень нужен, который нам приоритетен, который нам нравится, который мы хотим с тобой иметь. Нужны 3 тряпочки. Все остальное у нас есть.
То есть мы берем этот ножик наш, разрезаем на тряпочки наши трусики. Трусики нам вообще ни к чему. Если он, Петя у нас и без трусиков нормально как. Вот сколько без трусов бегал, ни разу письку не натер. Я не знаю, как бы, зачем с Ками вот эти вот трусики, не хуюсики, вообще не знаю. И тоже вот членогрейка. Ну, то есть, я не знаю, даже в зимнем биоме у нас с тобой Пипон не, я не знаю, не чувствует себя как-то неуверенно. То есть, все в порядке. Петя никогда не жаловался, у Пети все в порядке. И мы с тобой делаем наш рюкзак, братишка. А вот это уже пошел контент. Теперь нужно выйти в лук, по логике вещей. Но в лук мы сейчас выходить не будем. Я сейчас побегу дальше, осмотрюсь, осмотрю территорию и посмотрю, как у нас будет с тобой продолжаться наше развитие и выживание. Братишка, поэтому не забывай, пожалуйста, поставить лайк, написать о том, что ты ждешь скам. Петя голоден уже. Я понял, нужно будет сейчас искать всякую хуйню. О, господи, сейчас по лесу будем искать в коре личинок, хуинок и всех прочих ребят, которые тоже хотят кушкать. Точнее, хотят быть съеденными. Так, хорошо. Ну все, ребята, блядь. Ну все, понеслась. У Пети выживание. Так, тихо. Там, братишечка, это нужно нам выкинуть, выключить. Нам это не нужно в инвентаре. Вот этого братишку придется принять и полутать вот здесь территорию. Ну, теперь у нас есть рюкзак. Точнее, это не братишка, это скуфчиха. Это сестренка. Сестренка на скуфе. Ты тыкаться будешь? Слушай, а что с тобой? Вчера был хорошая вечеринка или что у тебя? Родненькая. Бум. 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 Мне нельзя давать, чтобы они меня ударили. Потому что здесь удар зомби очень-очень серьезный. Эй, 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 стой, стой, стой! А ты что, не все еще, что ли? Господи, хардкор выживания! С тобой все в порядке, нет? Я столько раз в тебя тыкнул, боже мой, тебя никто столько не тыкал по-любому никогда. Ну, я не знаю, конечно, о ее прошлом, но мне кажется, что я был первый, кто тыкнул в нее столько раз, блядь. Так, здесь у нас что? Давай посмотрим. Территориально выглядит хорошо. Возможно, что-то и найдем. Нам бы починить, на самом деле, нужен моток ниток хороший. Починить шмотки, чтобы и получать от этого удовольствие. Вот эти все мелкие боксы я пролутывать не хочу. Это очень большая трата времени. И вряд ли мы там что-то найдем с тобой. Вряд ли мы что-то найдем пиздатое. Пассатижи нам нужны? Нет. Нам нужна промышленная мотыга, нахуй. Чтоб переебченка граблей было, блядь. Мне кажется, для зомби это очень эффективно. Не уверен, конечно, но по логике вещей мотыга должна работать пизже, чем копье. Ну, как бы. Тут у нас наконечник металлический заостренный, поэтому у нас мотыга должна хуячка к мячке, говорится. Это моя мотыга! Я Петюнька, прощелыга! Я Петюнька, Пипон рабочий! Если зомбачиха, то ты меня хочешь. Если зомбачиха, то ты меня хочешь. Так, подожди, а здесь что у нас? Проверить. Пусто. Но хуевая локация, честно сказать, по всем параметрам и показателям. Хотелось бы больше отдачи от локации в скаме, потому что отдачи я не чувствую. Так, здесь может быть еда. Если есть еда, скажи мне «да». Но здесь лежит отмычка. У Пети растет борода. Для Пети это привычно. Слушай, я не здесь был сейчас, блядь? Я выбежал и... Да, здесь же мы и были, как бы. Это что такое, блядь? Тапочки и кролики одену, ебать. Ну а чё нет, как бы? А чё бы не в кроликах побегать? Там вон еще внизу какое-то здание. Сейчас мы будем его лутать. Здесь у нас промышленная территория. Не знаю, найдем ли мы с тобой что-нибудь стоящее. Все-таки хардкорный сервер, вся хуйня. Выживание неспроста. Это тебе не сиську женскую иметь перед сном, как говорится. Сиську женскую мнешь, рассказывай. Ля, ну скам мне нравится. Разработчики молодцы. Развивают продукт. Скам развивается, играть в нее интересно. Надо будет постримить еще скам. Хардкорный. Как ты на это смотришь? Что ты лучше предпочитаешь у меня на канале по стримам? Дейс или скам? Дейс хардкорный или скам хардкорный? Какие у тебя эмоции и впечатления от этого всего? Дейс или скам? Эй, братан, пополам. Так, вот это мы с тобой сейчас посмотрим. Придется в лук выходить, мне кажется. Что-то стреляющее нужно, чтобы быстрее успокаивать зомби.
Я не уверен в ситуации, в ситуативной ситуации. Колчан нужно будет сделать, нужно будет лук сделать. Короче, у нас очень много дел. Ну, по крайней мере, у нас есть мини-рюкзак. Что графики так глянцево отдают? Материал нужно поменять. Что она глянцевая такая у вас? Так, еще одна территория. Территория больничная. Ну, может быть, я найду здесь попизже себе ботиночки-халатики, как говорится. Активированный уголь. Видишь, здесь можно найти все-таки медицину. Но Пете хочется кушать, поэтому сейчас мы пойдем Пете кушать. А если у нас будет расстройство желудка, мы примем активированный уголь. И антибиотики, если вдруг будет плохо. Также здесь лежит пиздатый бинт. Радио я выкладываю, радио мне не нужно больше, поэтому... Радио в пизду. Здесь еще есть второй этаж. Но мне кажется, это чисто станция на этих. Хотя вероятность, наверное, найти здесь одежду тоже есть. Возможно, она очень высокая. Неизвестно, непонятно. Будет ли у нас... Блять, ну и, конечно, локация, нахуй. Второй этаж, который весь закрыт. Классно. Классно, заебись. Это то, что я искал. Ну-ка, дай-ка я мотыгу сейчас проверю, блять. На вот этом чекушке, нахуй. Только аккуратненько нужно это делать. На, нахуй, бля, родненький. На, бля, родименький. На, зайчик мой, бля. На тебе, бля, переёбщенка, бля. С правой, нахуй, просто по щеке. На тебе. Ой, как хорошо. Видишь, а ты боялся, даже юбка не помялся. Доктор Петя меня звать, блядь. Я лечу зомби-мотыгой, нахуй. Доктор Петя, волосатый вонюч. Мы рыцари-джедаи, мы борцы со злом. Темную силу завяжем узлом. Нехорошие люди, разрази их гром. Получат по башне огненным мечом. Подожди, там маска была новая. О, и хороший моток. Это заебись, как воды и глоток. И маска тоже хорошего качества. Поэтому мы с тобой имеем право теперь сделать моток ниток для починки. И починить свои спортивные штаны, наконец. Вот у нас развитие пошло, ребята. Развитие технологий. Эх, Петька, молодец. Трет конец свой об вонючие штаны, кстати говоря. Потому что у нас больше нету носка, который нам нужен. И теперь мы можем спокойненько сделать ремонт, произвести штанов. И у нас и того будет больше слотов. То есть мы с тобой перспективные парни, которые выходят в большое количество слотов. О, все. Четко! Четко-чи-четко! И у нас еще осталось от мотка ниток какое-то количество часть ниток. И находим подсумок, ребята. И еще перевязочные пакеты. И подсумок ремонтируем. Какие же мы молодцы вообще. Просто хардкор выживания. Найдет ли Петя свой байк, теперь интересно. Ну, чтобы байк найти, мне кажется, здесь надо пиздец как заебаться. Мне, кстати, кто-то написал и говорил, что все байки в игре теперь есть. И мотокроссовые, и не мотокроссовые. Это правда? Ребята, такая информация у нас имеется. Мне нужен не мотокроссовый байк, по-хорошему. Конечно, я губу закатал, блядь. Мне бы сейчас развиться аккуратненько, но, тем не менее, мне нужен не мотокросс. Мне нужен серьезный байк, блядь. Для серьезных пацанов, как Петя. А то есть и ваши, бля, мотокроссовые. Мне нужен серьезный, блядь, с кожаной курткой, нахуй. Чтоб Петька был. Кто там трется? Маленький там трется. Ля, у меня есть магазин. Че, очень неплохо. Сейчас нужно идти по еде уже. Отвёл. Ебать! Это рай! Это драгоценности! А что это я как Лукашенко заговорил-то, а? Ёбаный рот. Тихо! Пошел нахуй! Культ военный здесь! Ты здесь не должен быть! Точнее, вы, мэм! Миледи! С сиськами, короче. Ля, штаны хорошие. Слушай, могу ли я штаны отремонтировать? Может быть, штаны на ней? Кстати, вот жалко, что в зомби все вещи... Это что там было? Матовский? Матовский! Я Матовский слышал. Смотри. Матовский, это ты? Это дроид автоматический. Это Матовский. Он как Лобовский. Любит пепперошки, любит пепперошки. Так, ну я побегу сейчас по дороге вниз. У меня нет карты. Поэтому у нас с тобой только ситуация такая. Сейчас будем лутать ближайшие вещи. А пока мы бежим вниз, перебегаем, чтобы не тратить зря время свое, мы должны с тобой найти чего-нибудь перекусить. Это мы нарубаем, это нам не нужно. Нарубка нам не нужна, нам нужен перекус. Легкий перекус.
попить, поесть нужно найти и так далее. Сейчас мы с тобой начинаем упираться в такие моменты в игре, как еда. Да, потому что... Потому что Петьке надо кушать. Мне нужны поля какие-нибудь. Мне желательно найти кукурузку какую-нибудь, либо еще что-то. А еще кустики можно собрать, ягодку. Ягодку с кустов. Есть алоэ. Бля, ну от него желудок портится. Не, ну с другой стороны, у меня есть антибиотики, как бы. Ну, блядь, ну придется питаться так, как есть. Че, у нас такое вот выживание, хардкор. О. Почему ты есть не можешь ее? Ты, а, ты в маске, ебаный тушканчик. Я тогда леденцы не мог соснуть из-за того, что я в маске. Это пиздец. Ну хоть чем-нибудь побьем. О, личиночки, блядь. Ну а что, выживание. Ой, у нас еды здесь. Ой, валяется еды. Ой, валяется еды, ребята. Сейчас кактуса наебенимся. Ой, кактуса наебенимся сейчас. Ой, хорошо. Ну, что-то надо же питаться чем-то, Петя. Я не знаю, насыщение... Ай, насыщение пошло небольшое от кактуса, ребята. Пособираем кактуса, блядь. У нас есть насыщение. Личинки нужны, кактусы, все нормально. Петя принимает, как бы, антибиотики есть, если что. Бля, мне показалось, самолет какой-то летит или машина. Думаю, охуели, что ли, блядь, на хардкорном сервере? Технику здесь имеете, нахуй. Вы чё, пацаны, блядь? Оборзевшие, что ли, нахуй? Думал, уже кто-то едет к Пете, несется, как бы. Ладно, сейчас посмотрим, сейчас. Найдем решение наших вопросов, наших проблем. Кустики нужны с ягодкой там и все прочее. Тогда у нас будет все в цимусе и тонусе. Вот, нет. Нет, отойди. Во. Вот такие кустики нам нужны. Вот такие зелененькие кустики с ягодкой. Территории нужно аккуратно осматривать просто, на самом деле. И тогда все будет четко. Блять, мне кактус дал 1%, и этот 1% уже сразу же ушел. Мне срочно нужна какая-то еда. Иначе у Петьки пойдет ХП. Бля, здесь даже еды нету на этих хардкорных серваках, в этих. Ну это ли не печально? О! Оливочки ебанем. Все чисто, как бы, зелененькие, сладенькие. Все чисто, дары природы, ребята, принимаем. Ха! Петя, чисто на дарах природы. Оба-на, чесночка, и заем чесночком. Заебись, закусил чесноком. Теперь нельзя будет встречаться с зомби-женщинами какое-то время. А то они неправильно меня поймут. Хотя, может быть, продезинфицирую, ебать можно будет. Ладно. Средства для сорняков. Опа-на, ботиночки, заебись. Снимаем тапочки кролика, опа. За ебцом. Ля, Петя, приодевай. Оп, нихуя себе виноградик лежит. Кто-то винишко ебашил. Петя, нормалды. Сейчас и попьем, и поедим на винограде просто чисто. Я даже не знал, что в этих бочках виноградик ебашится, ребята. О, сочненько, блядь, что-то я сам виноградика захотел бы, сейчас наебнул бы. Сочненького какого-нибудь. Смотри, виноградика кушаем, сейчас рассказываю тебе секретный рецепт. Ты такого рецепта никогда нигде не узнаешь и не увидишь. Ешь виноград и закусываешь чесноком. Это пиздец как охуительно. Это такое сочетание во рту, ребята, блядь. Ешь виноград и чесночком наебашиваешь, это пиздец. Это вообще. Так, там зомбаки, а чё ты в бронежилете, что ли, ходишь? Брат, ты в каске? Ты чё, охуевший, что ли, бля, братан? Я сниму это с тебя, блядь. Это я буду иметь, бля, брат. Пусть покоцанное в говнину, но такое нам надо. Такое Петя забирает. Маленький, блядь. Сейчас разгрузочка-хуизочка. Наверное, починить это будет нельзя, к сожалению. Вот, мы с тобой... Да вы чё, блядь? У тебя шлем был и противогаз, нахуй, а ты мне даешь перчатки? Ой, шлем и бронежилет, а ты даешь перчаточки мне? Ты чё, родненький? Нереалистично получается. Что, шмотки на нем есть, а шмоток на нем нет. Так, здесь тоже может быть виноград. Кстати, виноград... Ебать. Ребята, все, это пошла игра. Все, что нужно, это найти бочки с виноградом, понимаешь, бля? И наш бомж Петя превращается в серьезного парня уже. В того, кто может выживать, кто может чувствовать себя уверенно и получать удовольствие, блядь. Все благодаря винограду. Спасибо винограду за это. Бля, я это все пролутаю, нахуй. Хорошо, что хоть в бочках что-то было.
А мотыга нормально работает, кстати. Разъебченко получается. Сейчас нужно наметить себе курс, как говорится, куда-то. Курс на какие-нибудь территории локационные. Вот, уже покушали мы нормально виноградиком. Видишь, Петя насыщается. Это очень хорошо, то, что у Петьки виноградик работает с Петей. Потому что если бы не виноград, то пиздец. А здесь нету нигде территориальных никаких построек. Лол. Стой, есть вон там. Но. А, нет, нету. Блять. И куда нам добираться? Блять. Дайте мне какие-нибудь строения. Мне нужно полутаться. Мне еда нужна. Кстати, воды тоже мы восполнили неплохо. Чисто на винограде можно, в принципе, выживать. Еще у меня две гроздинки есть. А чё мне их экономить, как бы? Я же не полностью сытый, поэтому мы их тоже используем. Экономить нам смысла вообще не имеет никакого. Это все дело. Пускай оно имеется у нас в наличии. То, что имеется, то и имеется. Во, нормально. Больше надо винограда. Больше, значительно. Ну, видишь, такие места, локации с виноградом, это редкость большая. Если бежать по дороге, по идее, мы куда-то должны выйти. Можно также не забывать пропускать, не пропускать оливки. То есть, вот эти кустики с оливочками. Можно тоже наебашивать всегда. Пока мы куда-то бежим, смотрим, территориально разведуем. Но на хардкоре выживать очень прикольно, очень интересно. Вот эти вот все сложности, вот эти вот микромоменты, которые перед тобой встают. То есть тебе нужно то, тебе нужно починить, тебе нужно не починить, тебе нужно туда и сюда, как бы, снаряжение, хуение. Бля, лук, стрелы, колчан нам нужен обязательно. Мне кажется, что нам нужно с тобой, братишка, выйти в колчан. Потому что приоритет у нас с тобой имеется, колчан это тоже. Ага. А мы не выйдем с тобой в колчан по одной простой причине. Нам нужно тряпок больше. Нам сейчас нужно будет вещи, которые мы находим, рвать. И потом уже выходить в колчан, лук и прочее. Ну, первое приоритетное, естественно, это рюкзак. Вот эта палка, она нам, в принципе, нахуй не нужна. Да, копье? Ну, потому что, как бы, смысла в нем нет никакого. Деревянное копье можно использовать на охоте или самозащите. Можно использовать, но, блядь. У нас есть мотыга, блядь. А если с мотыгой все будет плохо? Она 92%. Я копье выкину, чтобы Петя не так быстро уставал. Вот там я вижу территориальную территорию. И больше нигде. Вот это тоже, наверное, наебнем. Я не знаю, у Пети, наверное, в желудке уже такой сумбур. Ну а чё нет? 51%. Хуёвого качества, блядь. Подгнивший, проперженный, как говорится, да? Машинами заезженный, газами загазированный. Но похую. Нужно выйти на какую-то территорию. Нужно выйти на какую-то локацию, чтобы... Чтобы нам не обосраться, выйти на локацию. Выйти на локацию, чтобы не обосраться, бля. О, алоэ тоже ебану. Да все в себя пихаем, как бы, Петя, не брезгуем. Нормально, антибиотики есть, блядь. Активированный уголь есть, если что там. Можно, кстати, сразу его наебнуть. Да, активированного ебанул. Нормально. Сейчас абсорбируем, как бы, всю хуйню. И будем двигаться с тобой в направлении победы, Петька. Главное вовремя абсорбировать, как бы, блядь. И тогда все нормально будет, я считаю. Почему мне не попадаются оливки вообще? Вот нормальная еда реально в скаме, это оливки. То есть ими реально можно хорошо, нормально накушаться. Ну, имеется в виду, что помимо виноградов всяких и всего прочего. Почему оливочки нам... Да ебаны, это не то. Вообще не вижу территориальных построек никаких. Ебаный рот, здесь километражи просто незаселенной территории, я не знаю. Скам, ну зачем так? Километражи. Кило. Может, бочечки найдем, не? Термитиков ебанем. Разбавим, как говорится, рацион, не? Белка хочу. Сейчас мне хейтер придет и белка принесет. Ля, ничего нету, реально.
Чекай. Вообще нету построек. Петя в какие-то ебеня, блядь, реально попал. Ужасная ситуация. А вот это мы едим. Вот это мы берем. Пока передыхаем, тоже едим. Наполняем абсолютно весь свой желудок всем, чем можно. Кстати, воды мы с тобой очень много получили за счет этого. Но вот еды, конечно же, маловато. Видишь, в одном кусте оливок может быть аж 3 сразу оливки. Поэтому это компенсирует то, что мы с тобой не находим нихуя, пока бежим. К сожалению, сейчас никак не могу выйти, видишь, в колчан, потому что мне нужны, подожди. Белка я хочу. Почему бы и нет? Во, личиночку ебануть можно. Давай свеженькую, блядь. Оп. Чё, вкусненькая, блядь? Белок чистый, нахуй. Там протер ее, плюнул на нее, блядь. А трусики вытер, как бы, и в рот засунул. В чем проблема? Можно и на личиночках чисто. Она вроде бы сытости дает значительно больше, чем всякие оливки, винограды и все вместе взятое. Бля, зато на хардкорном выживании мы с тобой проходим весь путь абсолютно выживания в игре, да? То есть прям, ну, это же реально так. То есть не то, что у тебя все есть, ты нашел сразу кучу еды, воды, блядь, куда-то побежал. А именно у тебя проходит весь путь вот этот вот, что ты ищешь там, оливочки там, хуевочки, виноградик там, о, радуешься каждой мелочи, понимаешь? В этом суть хардкорного выживания на серверах X1. Да? Потому что нету радости, когда лута куча вокруг. Ну, есть этот лут, ну, куча его, блядь. Ну, и дальше чё, блядь? Ну, ну, это же такое себе моментик. Поэтому на X1 интересно играть. Я вон нашел. Полностью магазин зарядил, да, мы с тобой с патронами, как бы. Я знаю, что если я сейчас найду HS-9 пистолет, то я боевой Петя, как бы, блядь. То у меня есть чем. В случае чего, как бы, да. В случае чего я могу уже за себя постоять, блядь, чисто на дистанции, как бы. Огнестрельная ситуация. Это уже сразу приходит понимание, как бы, того, ценности вот этого лута. Это очень круто. Слушай, смотри, как мы делаем. Мы едим личиночку и заедаем чесночком. Ну, чисто микробиков убить сразу. Хуяк? Личиночка, чесночок, вот тебе и нормально, как бы. Мы, считай, с тобой разбавили. У нас с тобой салатик из личиночки такой получился небольшой. С чесночком вперемешку. Заебись. У нас сегодня, бля, сегодня мы с тобой рацион питания скам изучим. Выживание в Beer Grylls, блядь. Beer Петя. Петя Grylls. Нет, Beer Петя. Или Петя Grylls. Как хочешь. Ну реально, прям, рациончик, хуёнчик тут. Попитались там, покушали здесь, сделали то, сделали это, как бы, пополучали удовольствие, кайф. Ну ёбаный рот, ну, сейчас бы шашлычка еще на кострице, бля, как в Дейзике мы с тобой ебашили. Ну, будет кайфулька. Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем! Все, рассказывай, на все видео приходишь? Нет, чем занимаешься сейчас? У меня к тебе куча вопросов. Какая-то хуйня у меня с каналом происходит. Почему, блядь, не поддерживаешь отца? Отец ролик выпускает, надо же сразу залететь. Что за хуйня вообще, блядь? Как мы с тобой дальше взаимодействовать будем? Я сейчас работаю над своей игрой. Снимаю для тебя видео. Стараюсь проводить стримы. Я в полном заебении, как бы, понимаешь? Все для тебя делаю. Игру для тебя делаю, блядь. Ну? Надо поговорить нам, давай поговорим. Что за хуйня, блядь? Что, сложно сразу залететь, лайк въебать? Ролик посмотреть? Как мы дальше будем взаимодействовать? Что, не хочешь все, чтобы я снимал? Не буду нахуй, значит. Как же так-то? Сегодня мы с тобой кайфуем. А я одна тебя целую в твои пятячие глаза. Нихуя не видно. Блять, я знаю, где мы. И нам очень и очень... Ну, я зато наелся, блядь, пока бежал. Смотри, мы с тобой насыщаем. О, нихуя, Петька! Это привал, Петя. Петя, это мы зашли хорошо. Петька, это чисто привал. Это башки отвал. У Петечки чисто привал. Петя никого не наебал.
Петя сильно устал. Вон там, вижу, строение, заебись, будем забирать. Блять, слушай, это мы не на военочку ли? Ебенимся-то, братик мой, блять. Мы с тобой сейчас на военную территорию попадем. А это мы в кайфуях. Бля, братан. Это мы в охуенной ситуации для Петьки сейчас получается. Мы с тобой заходим сейчас, подходим к военной территории. Можно сытыми туда прийти и получить удовольствие. Если это военочка, то это заебись. Мы можем оттуда загиренными выйти в военном снаряжении, чисто на хардкор сервере, как бы, понимаешь, брат? Это же пиздато. А вот оливки мне нравятся, оливки сильно насыщают. Оливки просто сильно насыщают. Не просто сильно, а охуительно сильно насыщают оливки. Но вот жалко, что их не так много. Хотя это правильно. Их и не должно быть много. Тем более на хардкоре. Не везде же плодоносят деревья. Логично, во. Наебашим 100%. И тогда можно, в принципе, успокоиться. С собой брать вот это вот все смысла вообще никакого не имеет. То есть оливочки наебашили. И чесночком закусили. Потом еще сверху оливочку добавили. Вот такой у нас салатик оливки с чесноком, блядь. Ну а чё нет? Хороший вкусный салат получился. Так, ребята. Это мне нравится. Терпимая красавица. Как бы Петьке жопой не поправиться. Жопа не поправится, жопа не поправится. 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 Эй, эй, эй. Это не военная территория, но это та территория, которую мы с тобой будем иметь в виду и заебись лутать. Ёбный рот, блядь! Будем сейчас территорию лутать! Слушай, а там не база чья-то? Мне кажется, там застроечка чья-то, не? Ля, по идее, она реально комфортабельно себя чувствует абсолютно. Вы вошли в новую зону. Сейф-зона. Это сейф-зона! Ебануться, палки гнуться нахуй! Это, ребята, сейф-зона. Мы можем потратить мои $250, блядь. Ёбаный пиздец. Добежали на хардкоре в сейф-зону, ребята. Ну, Петя молодец. Здесь есть пролутация, вроде бы как, дальше немножко. Вот, видишь, стоят баррикады такие. Типа, это здесь люди живут в сейве, в комфорте. Ебанем шиповника. Надо и наебашивать всего абсолютно. Чтобы был комфорт и кайф. Да, военная территория, пролутаем, блядь, сейф-зону даже не узнал. Ну, сука, ну вокруг этой сейф-зоны, до нее, в принципе, здесь я знаю, куда мы пойдем. Здесь нам нужно на военке, по идее, лут искать. Нам нужны любые военные строения, любые военные постройки. Но говорят, что на хардкоре лут, на таких серваках... Есть только в этих самых, в закрытых бункерах. Да, ну а, естественно, закрытые бункера нужно же как-то чистить, получать от этого удовольствие. Вот, мы вошли в новую зону, ПВП-зона. Все, здесь меня могут разъебать уже. Я бы пистолетик, конечно, где-нибудь приобрел, но у меня бабок нету, к сожалению. Так как Петя только начал, считай, свое хардкорное выживание. Хардкорное в трусиках. Полоскаю зомби усики. Нет, я не полоскаю зомби-усики. Усиками зомби я полоскаю. Если ты скучиха, скувчиха, то я по тебе скучаю. Меня зовут Петя, я кудрявый парень. У меня огромный, а совсем не маленький. Нихуя не видно, не слышно, территориально, блядь. Ну, вон туда нужно бежать, по логике. Там у нас будет что-то. По идее, в воде у нас все в порядке.
нужно выбрать сейчас территорию лутания. Понимаешь, нужно дойти до какого-то интересного, серьезного объекта. Вот на серьезный объект попадаем, пойдет выживание уже по-другому. Военочки, хуеночки, вот эти все моментики, которые нам нужны, они должны быть у нас реализованы. Ну, выживание в скам, оно прям, ребята, серьезно выживание. То есть вот это вот передвижение, перемещение, ты должен добежать, ты должен найти, ты должен увидеть. У тебя очень много моментов таких. У нас есть отмычки, отвертки, ребята. Если зайдем сейчас на какую-то локацию в городе, мы сможем пооткрывать кучу всего. Заменить бы нам рюкзак еще. Блять, у нас столько возможных вариаций развития событий сейчас, братишечка, блять. Это ж ебаный рот, это сисюни мять. Базу, наверное, здесь на хардкоре никто не строит, потому что тебе нужен транспорт, возить дрова, либо кучу людей, которые будут этим заниматься. Вместе с тобой, я имею в виду, построением территориальной территории базы. Одному вообще, мне кажется, наверное, тяжело в скаме что-то построить, не? У тебя есть такой опыт? Подскажи. Хотя бы даже маленькую лачушку, но это пиздец-то нужно. Браво, дрова, бревна, как их перетаскивать? На руках, не на руках, блядь. Территориальные флаги там, вот это вот все. Выйти здесь в строительство, это надо, блядь, на 4 стены, наверное, часов 6 игры, блядь. Или я ошибаюсь как-то. Но это при том, что тебе нужны инструменты, ресурсы и все прочее. Иента же пиздец. Бля, надо секретную пещеру найти и ее занять на хардкоре. Мне кажется, это такой целью может быть у Пети. Найти секретную пещеру и ебануть ее для себя. Как ты считаешь? Мне кажется, это охуенная идея будет. Надо продумать, как нам Пети где поселиться и где хранить лут. Либо схрон, который не показывать на видео. Ну, показать его так чисто на полу. И не показывать окружение. Мне кажется, такое выживание будет очень актуально. Надо выйти в режимы строительства, во всякие такие вещи. Меня зовут Петя. Меня любят дети. Взрослые дети. Ага! А вот и территория, которую мы будем лутать. Наконец-то! Я нашел тебя, локация мечты! Для любителя меня и таких, как ты! Значит, наша задача будет пролутаться очень хорошо вот на той территории. Дальше нам нужно будет найти поблизости военный объект. Вот та территория, это то, что нам нужно будет с тобой. По воде, посмотри, по идее, абсолютно восполнился. И там могут быть люди, там могут быть легко игроки, как бы. На хардкоре играют не так много людей, потому что выдержка и сила воли здесь не у всех хватает. Здесь нужно быть сильным духом. Да, потому что лута не так много. Но зато он приятный, вот честно. То есть ты находишь на хардкоре лут, это приятно, блядь. Ну вот если тебя ебут, это неприятно, конечно. Но это часть игрового процесса. Когда тебя ебут, оно должно присутствовать во всех играх. Надо, чтобы тебя ебали жестко, чтобы ты, блядь, терпел. И когда ты будешь добиваться успеха, ты это чувствовал. То есть, ну вот я такого мнения. Игры должны быть сложными. Игры не должны быть простенькими. Ну, для меня. Ну, а во-первых, на вкус и цвет товарища нет, да? Каждому нравятся разные абсолютно игры. Вот кто-то обожает миллионы игроков, играет, например. Маленький. Ну ничего страшненького, мальчик мой. Ну Петечка, блядь. Ну некрасиво, конечно, мы сделали. Давай мы еще, блядь, эту территорию, блядь, проблю. Я Петя Панк, нахуй, блядь. Вот. Знаешь, кому-то нравится там ММО, и он задротит в них сутками. И вообще презирает шутеры и выживалки, да, например. Ну, то есть для него это блевотные, неинтересные игры. Кому-то нравятся только шутеры, кому-то нравятся реалистичные шутеры, кто-то играет только в хардкор рогалики, кто-то там этот. Ну, то есть игроки на любой жанр, они находятся, их всегда много, потому что... Ну, потому что это так.
каком-то жанре игр больше игроков, в каком-то жанре игр меньше игроков. Но в любом случае на каждую игру будет свой, соответственно, игрок. Одним нравится одно, другое, другим нравится другое. Поэтому тут скам никому не угодит. Угодит только определенным людям, которым, соответственно, эта игра понравится. Значит так, братишка, на этом мы с тобой серийку эту заканчиваем. И на следующей серии будем блутаться. Спасибо, что ставишь лайк. Если хочешь продолжение, не забывай поставить лайк. А мы увидимся. Пока-пока. Это был я, Петя, на байке без байка.